Всем привет, дорогие друзья! С вами Нота, это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке посылочка из Америки, из рубрики «Гуманитарочка по Владу» или «Блатная гуманитарочка». Вот, это шикарная наклейка «Гуманитарой». Прям вау! Куча всякой информации про меня, которую можно списать. Да, можно и не списывать, если вы любите енота, но вряд ли. Сейчас мы ее срежем. Каждый раз так упаковывают ёлки-палки. Что в этот раз, я не знаю, кроме того, что там есть одна настольная игра, Camel Up. Кто знает, что это за игра, они понимают. Вот, это единственное, что я знаю про эту посылку. Это такой себе Mystery Loot Box, да? Вот, в этот раз у нас коробка без ручек боковых. Заявленный вес 26 килограмм. Это важно. И здесь должна быть всякая прикладнятина для прикладного искусства. Итак, друзья, нас встречает вот такая вот посылка, где написано, это можно... разобрать, оно из валяных и будет, короче, вот такая вот записочка есть, это для валяния, но оно прикольно смотрится, не хотим такое разбирать, это круто, вот, их две, новые формочки для заливки, Юля, спасибо огромное, прям радуешь, котики наши все, наклеечки, причем это огромный стикер-пак, вот прям толстый-толстый, здесь больше 500 стиков, больше стикер-паков, здесь 144 стика, это прям огонь-огонь. Едем дальше, заливка звездочек, кстати, Новый год скоро, сможем сделать елочные игрушки. Дальше, о, стой, это моя рыба, офигенная настольная игра, причем, посмотрите, размер какой небольшой, а у нас она выходила в такой вот коробке. Может, это, правда, мини-версия, но прям прикольная. Если я помню, меня товарищ Вадик приносил эту игру, было круто. На самом деле прикольная игра. Hive. Hive Pocket. Это очень круто. Спасибо за такой подгон. Очень важный. Потому что у меня есть доп к этой игре. Промки, которые продаются у нас по $2. И теперь у меня есть сама игра. Дальше нас встречает запечатанная каркуша. Это нереально. Спасибо, Юля, огромное. Это очень крутая игра. Она действительно супер. И я уже вижу вот эту. Я хотел ее купить у нас. Она очень дорогущая, она стоит нас подкасать. Это Дженга со зверями, она офигенная. Это, ну, она реально крутая, причем взрослая, она крутая для взрослых, друзья. Дальше, еще одна каркуша, но такая, уже с большими яблоками, с большой всей этой штукой. Это прям огонь, спасибо, будем работать. Абалон, елки-палки. У меня есть абалон, но он там не хватает штук 5-6 шариков. Стакнем два, получим один крутой, если они совместимы. Спасибо. Это, кстати, прикольная игра. В свое время я ее не понял, а потом уже мне рассказали, в чем идея. Вот, дальше. У нас есть вот такая вот Adventured Meat. Это сухпайок такой прикольный. Вложили. Спасибо, спасибо, я такой люблю. Вот, тем более, что у нас периодически перебои с едой, поэтому это. Так, дальше у нас здесь обувь пришла. Так. Найди пару, да. Мы такие вот прикольные... ботиночки, кошечки, это важно. Я такое люблю. Туфельки замшевые, офигенные. Бесспорно. Кроссовки, офигеть. Знаете, сейчас никому не буду ничего говорить, но это же явно буква Z. Ладно, это буква N. Вот, ну ладно, не будем о грустном. Еще одна пара. Ну, просто стильно, модно, молодежно. Но мне просто очень понравились замшевые. Так, дальше нас встречает Stop It Family. All the road, в дороге, офигеть, я не знаю, домик, блокнотик, лутбокс, это кому-то подарим, чемодан, черт побери, с бусинками, это то, о чем мечтает моя жена и моя мама, здесь, смотрите, просто, оно стоит диких денег, а тут просто прислали, спасибо огромное, это прям, ну, для работы с детьми наше все. Дальше, что-то еще. Это что-то знакомое. А, это головоломка с жабками. Блин, я их боюсь. Я тупой. Я, знаете, я могу что угодно, но с этим я подружиться не смог в свое время. Ёлки-палки, вы посмотрите. Ну, вот, это минимум 2000 гривен. Вау, мумитроль, заливка. Гипса уйдет дофига. Ну, можно же не до конца заливать, но это круто. Спасибо. Ну, это что-то очень большое. А, это целая гора форточек. Это на самом деле можно сюда лед заливать. Вот. Или что-то из этого обклеить. Или чем-то это обклеить. Барабашка или барамелька. Внимание.
$3,5. У нас она стоит от 700 гривен. Да, коробка покоцанная. Причем прям покоцалась страшно. Ну, пофиг. Ой, здесь есть маленькие яичницы. И $2. $2,5. Под них ложечка и под них вилочка. А вилочка непростая, с вырезом со звездочкой. Что-то напоминающее геншин. Офигеть. Ну, на самом деле, кукошницы я себе заберу. Она, ну, это реально полезная вещь. И сам Glisters. На самом деле, очень крутая игра. Это игра для детей, но она больше для взрослых, на самом деле. Взрослым она, ну, больше напрягает мозги. Мы видим еще один туфель. А пары у него нету. Как так? Спасибо. Я заказывал себе МРЕ. Это МРЕ, это сухпайок, меню номер 13. Cheese, tronte, instores. Короче, я надеюсь, что это с мясом. Вот, это офигенная штука, спасибо огромное. Вот, если их там будет два, вообще будет шикарно. Вот, посмотрим. Так, друзья, барабанная дробь. Ёлки-палки, еще больше штук для браслетов. Ну, вообще, это видите, для ожерелья, но это и под браслеты. Ну, это очень круто, очень дорого и очень круто. Еще стикер-паки. Стикер-паков больше. Хабовская штука, вау. То есть, ну, я не уверен, что я это оставлю себе. Я найду ребенка, которому я это подарю. Вообще, у нас есть Лева. Хо-хо-хо-хо! Блин, я видел обзор на сайте на эту игру. Прикольная. Это надо тоже будет, надо будет искать ребенка. То есть, себе такое оставлять здорово, но это такое более домашнее. Ага, внимание. Stop It какой-то маленький. Я таких маленьких не видел. Нормальная компактная версия без воздуха. Второй ботиночек, это важно. Так, форма для заливания, сердечко в форме сердечек, огонь. Еще один стоп-ит, причем, посмотрите, они похожи, это мама и папа, точнее, папа и сын, или мама и дочка, дочка и сын. Короче говоря, там уже не понятно, дискриминацию наедут, да? Больше штук для браслетов. Я не знаю, это сокровища. Вы знаете, вот у каждого свои сокровища. Вот это мои сокровища, точнее, это сокровища для моей мамы и для моей жены. Еще больше, друзья, это нереал, я офигеваю. Сейчас, что еще? Это резиночки. Это я буду спрашивать, что и для чего это. Я пока не знаю, для чего, но по-любому это какой-то вид искусства. Не знаю, что это, но интересно. Пишите в комментариях, если вы знаете, что это, потому что, возможно, я выложу раньше, чем напишу. Так, дальше у нас пакет с чем-то. Ёлки-палки. У нас бусинок до конца жизни. Просто нереал. Юля, ты мой бог. Вот не пойми неверно, ты мой американский герой, потому что у меня есть украинский герой, это Танюха, Таня Демченко, это девочка, которая была волонтером и стала воином, прошла горячие точки. А ты мой американский герой, потому что, ну, такое присылать, это нереально. Очень мало кто может помочь детям, еноту и семье енотов, чтобы помогать деткам. Какие-то с буквочками. Воу! Ищи пакетик офигенный. Хочу себе пакетик. Не знаю, этот буквочки фигня, пакетик крутой. Так, пара обуви. Воу, скетчерсы. Кстати, прикольно. Ну, скетчерсы это круто. Вот мы уже видим Camel Up. Это игра мечта. Она очень редкая, она дофига дорогая. Вот. Смысл в том, что в игре есть пирамидка и верблюдики, которые скачут друг на друга. И я чувствую, что эти коробки здесь не просто так. Во-первых, Rummy Cup Uno меня поразил своей... Американские резинки, кстати, очень крутые. Rummy Cup Uno меня поразил своей крутостью, несмотря на то, что он древний как мир. Но внутри что-то лежит. И воу! Воу-воу-воу! Здесь сама игра, тут ничего не заняет. Больше сухпайков. Всяких. Вот это еще один чикмак. Биф прям офигеть. Посмотрите, какую вкусняшку мне прислали. Формочки с клубничками. Это, ну, я себе подлет заберу, я не знаю. Я научусь красить воду и буду делать крашеные клубнички. Формочки с бабочками, формочки с шоколадками. Надо ехать за гипсом. Па, выезжаем за гипсом! Еще один МРЕ. Это меню номер 4. Прям воу. Вот, причем вот так вот они вот видите, выглядят. Это прям, кстати, крупнее, если честно, на ощупь. Так вы не поверите, кончилась память на телефоне, я грохнул Call of Duty, теперь памяти много.
И сама игра, которая меня поразила. Я всем рекомендую, вот прямо ищите, покупайте Rummy Cube Uno, потому что Uno — это унылая какашка, Rummy Cube — это унылая какашка, а Rummy Cube плюс Uno — это офигенная штука. Прям лучше нее ничего не существует. Вот теперь для меня существует только вот эта версия Rummy Cube. И Uno тоже. Вот. И вторая коробка, которая по весу еще больше, чем предыдущая, чуть более убитая. Вот. Спасибо Юле, что она мне прислала две их. У меня теперь три таких коробки, вы не поверите. Но это крутая игра. Йоу! Воу! Еще один сухпаёк, еще одно меню МРЕ. Вот, и еще одно. Это меню номер 7, меню номер 20. У меня есть еще меню номер 4 и меню номер 13. Офигеть! Это нереальная посылка. Прям спасибо огромное, Юль, спасибо, что поддерживаешь енота, поддерживаешь семью енотов, да, мою маму, мою жену и мою дочку. Очень круто. Ну, думаю, прям вот с этими браслетами я поеду к детям на Донецкое направление. Я открыл себе Донецкое направление, там детей очень мало, но мы их поддержим, мы их упакуем, мы сделаем, чтобы они творчески развивались, не втыкали в телефоны. Спасибо огромное за поддержку. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.